Временное неудобство для автомобилистов. Оренбург-Водоканал начинает масштабные круглосуточные ремонтные работы по улице Шевченко. Обследования, проведенные после аварии 1 сентября, показали, что необходима срочная замена водовода. Сколько продлится ремонт и какие меры нужно предпринять оренбуржцам, рассказали сегодня специалисты. Заранее продумывайте схему объезда. С таким призывом обращаются специалисты Оренбург-Водоканала к водителям. Тем, кто часто ездит по улице Шевченко, придется выбирать другие маршруты. В рамках капитального ремонта магистрального водовода на данном участке дороги будет полностью перекрыто дорожное движение. Мы планируем с 29 сентября по 5 ноября ориентировочно проводить ремонтные работы, как мы обещали, то, что проводили комплексные работы по обследованию водовода по улице Шевченко. Соответственно, с 29 по 5 ноября будет перекрыто движение для проведения ремонтных работ замены водовода магистрального. Это от улицы Одесской до переулка Ярославского. На это время будет перекрыто движение, к сожалению, для проведения работы. Ну, работы постараемся выполнить в срок. А работа будет проводиться подрядчиком круглые сутки без остановки. За неудобства специалисты приносят извинения, но добавляют, что ждать до морозов нельзя. Последствия могут быть плачевными. В связи с участившимися аварийными ситуациями провели комплексную диагностику участка сетей по улице Шевченко и определили сроки капитального ремонта. Приняли решение полностью поменять трубы. Масштабных отключений воды при этом не планируется. Проводили диагностику, подтвердило, что необходимо срочно менять аварийно данный участок. Чтобы не оставлять эти работы в зиму, тем более в отопительный сезон, приняли решение оперативно сейчас до отопительного сезона заменить данный участок. Отключение воды, если будет, то вся информация будем либо на сайте, либо дополнительно оповещать население. На время перекладки отключения будет только, возможно, когда будем переключать локально каких-то абонентов, то есть улиц. Движение по улице Шевченко будет перекрыто от улицы Одесской до переулка Ярославского. И хотя специалисты называют срок окончания работ 5 ноября, закончить планируют как можно раньше.